Всем привет, меня зовут Улпеков Арсен, и данное видео – это мое домашнее задание по программированию Week. Тема моего домашнего задания является статичные методы листа и коллекшена, static methods for list and collections. И как вы видите на экране, это у нас методы листа и коллекшена. Мы сегодня разберем каждый и пройдемся по кодам. Так, давайте начнем с первого. И первый у нас идет тут сорт. Сорт, как вы знаете, с помощью него вы можете отсортировать сопоставимые элементы списки естественным образом, типа по вырастанию или по алфавитному порядку, с помощью compare to. Давайте попробуем написать это на примере. Для начала создаем лист и записываем туда все элементы. Вот, например, я взял эти элементы с книги, ну, red, green, blue, и запустим как код. А, потом делаем collection sort и запускаем sort. И все выводим. И как вы видите, он тут отсортировал blue, green и red по алфавитному порядку. Чтобы отсортировать предыдущий код по убыванию, вам можно просто использовать написать в компаратор collection sort reverse order. Как вы видите, давайте попробуем написать на Java. На intelligent idea. Вот мы создали лист. Возьмем example из книги. Да. И запускаем код. Ну и как видите, он отсортировал в обратном порядке. Например, давайте я поменяю как здесь green с blue. Так вот, он отсортирует это в обратном порядке. Следующий у нас идет метод binary search. Это бинарный поиск. Вы можете использовать этот метод для поиска ключа в списке. Для этого нам надо прописать. Давайте-ка напишем это на этом методе. Вот, как вы видите, здесь этот метод. Я уберу его из комментария. Так, он состоит у нас из интегеров. 2, 4, 7, 10, 11, 15 и так далее. И вот, допустим, мы хотим найти элемент под номером 7, точнее узнать, под каким индексом он находится в листе. И запускаем этот код. Как видите, он выдает нам второй элемент. 0, 1, 2. Да. А если мы введем цифру, которая не из листа, то он будет нам выводить минусовые цифры. Это означает то, что элемент не в этом списке. Следующий метод у нас идет reverse, который в переводе обозначается наоборот или на задний ход и так далее. С помощью него мы можем повернуть элементы в списке наоборот. Давайте попробуем на примере. Так вот, уберу я его с комментария. Упс. Нам тоже надо убрать. Так вот, reverse. У нас есть лист с элементами yellow, red, green, blue и так далее. И с помощью collection reverse мы их берем и наоборот пишем типа blue, green и так далее. Как вы видите, вот на консоли blue, green, red, yellow. Он переписал эти элементы наоборот. Следующий метод идет у нас shuffle. Shuffle. Вы можете использовать этот метод для изменения случайного порядка элемента списки. Как вы можете смотреть на здесь, с помощью этого shuffle метода, мы заполнили лист стрингом, и с помощью shuffle он поменяет их местами. Как вы видите на консоли, он рандомно изменил их места. Так, следующий метод у нас идет копия. Вы можете использовать этот элемент копии для того, чтобы скопировать все элементы из первого листа во второй по тому же индексу. Давайте попробуем на примере. Вот, копия метод. Так, у нас есть два листа, в котором содержится, здесь есть
4 цвета, здесь есть 2. И если мы сделаем collection copy лист и укажем первый лист и второй, на выходе мы увидим. А, я забыл закрыть первый. Здесь. Так вот, как вы видите, он заполняет вот эти элементы, типа меняет их местами. Вместо yellow и red он вставляет white and black. Следующие методы — это у нас minimum и maximum, min-max. Эти элементы можем использовать для нахождения минимального и максимального элемента в collection. И эти элементы должны быть сопоставимы, типа comparable. Давайте попробуем на консоли. Точнее, на IntelliJ IDE. Так вот, у нас есть collections, который принимает string, и он содержит следующие цвета, слова: red, green, blue. И давай, если мы запустим максимальный, то он выведет тот элемент, который по алфавитному порядку самый последний, ну, максимальный в этом листе. А минимум выводит то слово, которое по алфавитному порядку впервые. Так, как видите, максимальный у нас red в данном списке, а минимальный это у нас будет blue.